почистил и прикрутил сюда вот такие кронштейны, которые у нас держат трубку от домкрата и кривой стартер. Кривой стартер заказал новый 218508. Вот такой вот новый кривой стартер. Ну и сразу его защелкну. Автомобиль не собран, но комплект уже есть. Так, ну что, теперь вставлю дверные ручки. Замки механизма. Вот у нас ручки фирмы Бритпарт. Ну, это сам замок. А правая сторона 337801. А левая сторона 337802. Вот такие вот идут механизмы. Также вот эти прокладочки новые, они идут отдельно. Номер сейчас тоже скажу, какой у них. По Land Rover оригинальный номер LR032-389. Теперь завожу ручку. Наживляю и прикручиваю. Прикрутил ручку, но сам замок пока не работает, потому что вот сюда нужна вот такая вот ответная часть. Номер ее по Бирмач идет BR2110, или она еще и MTC4195 идет. И в чем заключается ее функция? Она вот сюда прикручивается и регулируется. Но под нее надо рубить шайбу, потому что она должна стоять для регулировки на удаленном расстоянии. А у меня не получается ее поставить, потому что шайб нет. Родные такие были точенные, переточенные, ну, которые здесь стояли. И она нормально не работала. Поэтому, чтобы она у меня начала работать, мне нужно под нее делать шайбы. Сейчас посмотрю, может быть, если они деталируются по номеру, закажу их родные. А если нет, тогда уже по форме их нарежу и вырублю. Ну а сейчас можно взять и уложить под сиденье закладное. Ну а теперь перекручиваю ее. Ставлю на место педали.
тормозную педаль я прикрутил, беру главный цилиндр сцепления Armakis 4x4 Made in China, а заказывали с Англии STC 500-100. Главный цилиндр. Устанавливаю его на педаль и ставлю педаль на автомобиль. Цилиндр установил. Здесь получается шток. Перекручивается двумя гайками. И сам цилиндр тоже двумя болтами. Ну, конечно, чтоб его поменять на месте, его снять будет целая проблема. Проще снять педаль и заменить цилиндр. Устанавливаю. Затягиваю. Все, затянул. Найду, где-то должна еще, по-моему, крышка быть здесь закрыть. Теперь беру вакуумный усилитель фирмы Бритпарт STC 1816. О, хорошо, и гаечки есть, и на главные есть. Здесь датчик закручивается. Надо найти, где палец. В комплекте пальца нет, а цилиндр был с главным снятый, когда машину забирали. Как приятно новые детали ставить. Затягиваю. Цилиндр я... Вакуум я прикрутил. Шток я пока не нашел. Штифт поищу. И поищу датчик вакуумный. Беру главный тормозной. Тоже фирмы Бритпарт, номер 569-671. Вот такой вот цилиндр, сразу с бачком идет. Ха-ха. Я неправильно прикрутил. Получается, датчик должен быть сверху, этот снизу. Разворачиваю. Ну а что разворачиваю? Цилиндр все равно прикручиваю. И вакуум уже развернул. Разворачиваю вакуум. Переставил вакуум, развернул.
Теперь надо будет подобрать и провести шланг на вакуум. И сейчас найду датчик и найду палец. Перекопал запасник, нашел палец, почистил его, новую шайбу взял, нержавейку и шпринт. Сейчас чуть-чуть его смажу. Буквально чуть-чуть, чтобы и коррозия не приставала, и он там мягенько ходил. Вставляю и шплинтую. Как и всегда, одно упирается в другое, другое упирается в первое, а первое упирается в третье. А третье не сделаешь, пока не сделаешь первое. Вакуум с главным тормозным поставил, давай трубки раскидывать, а там штуцера разные. Снял вакуум, то есть снял главный, тормозной повез, токарю отдал. Ну, пока делают, вклею новые стекла в рамку. Заказали, пришли новые форточки. Вернее, не форточки, а новые стекла. Какая-то вклейка с капроном. Непонятно, что это такое. Сейчас почищу. Подчистил маленько. Сейчас надо будет все это дело обезжирить. И праймером обработаю, герметик нанесу, по углам вложу. А дальше уже прикручу уголками. Здесь, в принципе, ни резинок, ничего нет. Сидит на одном герметике и прижато уголками. Ну и также второе стекло. Стекло триплекс. Здесь только посередине скотч. Сейчас тоже его ототру. Такой вот комплект взял, Террасон ПУ-85-90, комплект для вклейки автомобильных стекол. Здесь идет пара перчаток, идет вот такая вот микрофибра. Потом, что у нас здесь, сам герметик, разумеется. Шприц, а шприц, шприц такого диаметра найду, не найду сейчас. Посмотрим. Струна, вырезать стекло. Что это у нас? Обезжириватель. И праймер. Носик. Сюда у нас. Ну и наносить праймер и обезжириватель. Обезжириватель тряпочкой нанесу, а праймера уже вот этой губкой.